Ребята, всем огромный привет. Я в Pull & Bear. Зашел, гляньте, тут написано у них распродажа до 50%. Вот, Pull & Bear. Смотрите, ценник. Цена 1299. Хотел посмотреть, сколько они стоили до распродажи. Значит, снимаю ее ценник. И до распродажи они стоили 1299. Я, конечно... Смотрим второй ценник. Вот как нас обманывают, нас маленьких. Никогда не думал, что такая мировой, ну, мировой, конечно, бренд. Снимаем второй ценник, смотрим до 50. Ну, может, хоть 10-20% скидка какая-то. Снимаем 999, пожалуйста. Что до распродажи, что после распродажи, Pull & Bear, никакой разницы.